Детское радио. Детское радио? Радио! Поход на кухню. Однажды, когда девочку Галю с трудом запихнули на один день в детский сад, кошка Аська вошла в детскую и сказала: «Вот вы тут все сидите, а там взрослые конфеты едят». Хомячок Персик сразу насторожился. «И печенье». «И печенье». «И сухарики». «И сухарики». «И орешки». «И орешки». «И что надо делать?» – спросил Персик, высунувшись из тайного хода. «Пойдем в обход», – предложила Аська. «Не ходи», – сказал Гивейчик. Он в это время разноцветными фломастерами делал себе боевую раскраску. «Почему?» «Обратно не вернешься». «Вернется. Обязательно вернется. Ассирийские кошки хомячками не питаются». «Вот-вот. Ты его можешь так напугать, что он лапки протянет. А конфеты с начинкой?» — вдруг спросил Гивей. «С начинкой. Конечно, с начинкой. С липучей начинкой». Аська ничего не знала про начинку, но уверенно ответила: «Конечно, с липучей. Очень липучей». Тут заволновался и Гуттаперчик. «А что, может, рискнем?» И под руководством Аськи они составили план. Как только взрослые выходят из гостиной, Гивейчик на своих липучих лапках забирается на стол и сбрасывает оттуда вниз несколько конфет. Персик укладывает их в прозрачный мешок из-под чесночных сухариков и с мешком за спиной бежит в детскую. В благодарность за наводку Гивейчик забирается на кухонную плиту, поднимает тяжелую крышку сковороды и скидывает вниз для Аськи котлету. «Конечно, что-то вкусное нам можно попросить, но это как-то скучно и не то, чтобы истощить. Когда добыл вкуснятину в бою или в труде, царапины и вмятины забудешь при еде. Когда крадешься с кошкой вдоль стенки не дыша, когда на стол по ножке лизаешь не дрожа, котлетку и конфетку берешь как языка, да здравствует разведка и дырка без мешка». «Чего? Мешок без дырки, перепутал». «Да пойдешь на кухню». «На кухню на разведку». «На кухню за котлеткой». «Котлеткой и конфеткой». План сработал отлично, но только на одну половину. Взрослые ушли, и экспедиция тихо прошла в гостиную. Цепляясь липучими лапками за ножки стола, Гивей залез на столешницу и сбросил вниз несколько конфет с начинкой. Персик упаковал их в пакетик и, встав на задние лапки, как селянин с мешком, цокая коготками, побежал в детскую. Гивейчик приступил к выполнению второй части плана. Он, прилипая ладошками к эмали плиты, поднялся наверх и стал поднимать тяжелую крышку сковородки. Но тут случилось неожиданное. Вдруг он подошел к краю плиты и повалился вниз. «Ой-ой-ой-ой-ой-ой!» На полу он превратился в бесформенную массу и только через некоторое время опять пришел в себя, то есть выбрался из массы все тем же Гивейчиком. «Что за фокусы?» — спросила кошка. «Никакие это не фокусы, просто плита горячая, она меня расслабила, и я не смог поднять крышку». «Тьфу ты! С вами дел не сделаешь.
Придется применять большие силы ради маленьких замыслов. Аська поскребла лапкой под диваном в детской и вытащила на свет зеленый коврик с восточными узорами. Она села на него лицом на восток и сказала: «Кошачий бог Осириус III, появись!» Сразу возник призрак здорового, тяжелого дядьки с большой черной бородищей. Гивейчик так испугался, что быстро забрался в клетку персика и закрыл за собой задвижку. А персик не прятался. Наверное, он не в первый раз видел этого черного дядьку. «Что ты хочешь, дочь дочери царей?» «Мои хозяева обо мне совсем не заботятся, а мне хочется чего-нибудь вкусного!» «Она все врет!» — закричал хомячок. «Они заботятся, еще как заботятся!» «И что я должен сделать?» — спросил Осириус III. «Открой дверь холодильника!» Осириус хлопнул прозрачными ладошками, и, как глазом моргнуть, распахнулась дверь холодильника. Аська схватила маленького куренка, который лежал там на блюдце, и скрылась за диваном. Но она еще высунулась оттуда и пригрозила хомячку: «А ты у меня еще получишь, ябеда!»